Ну, спросили, солярку надо, не надо. Я сказал, ничего не надо. И все, и начали как бы это, сразу стрелять. Сергея застали врасплох. Водитель бензовоза спал. Дальнобойщик и опомниться не успел, как незнакомцы оказались в кабине его КамАЗа. Один из них несколько раз выстрелил Сергея из травматического пистолета. Инстинкт самосохранения сыграл. Я узнал, что кафешка рядом, как бы, и сразу выбежал в соседнюю дверь и побежал до кафешки. Инцидент произошел возле придорожного кафе на выезде из города Березники. Раненому Сергею пришлось пробежать метров 300, чтобы вызвать помощь. На часах было около 6 утра, когда в помещение общепита ворвался дальнобойщик. Я забежал сюда, весь в крови, по-моему, даже с усадку. Вызвали милицию и скорую. Потерпевший сообщил, что бензовоз под управлением незнакомцев направился в сторону часового. На место преступления выехала следственная оперативная группа. В районе был объявлен план-перехват. Незамедлительно было направлено ориентировки во все соседние горы и органы. Было организовано взаимодействие с этими органами. Выставлены посты на основных магистралях Северного Куста Пермского края. В результате таких активных действий сотрудниками ГИБДД в Чусовском районе автомобиль был обнаружен. Было осуществлено преследование этого автомобиля. Одного подозреваемого задержали на месте. Остальные скрылись в лесополосе. На поиски угонщиков направился авиаотряд краевого МВД. Разыскные мероприятия длились весь день и не прекратились даже с наступлением сумерек. Видеть в темноте полицейским помогла камера с тепловизором, установленная на борту Ми-8. В результате операции все фигуранты были задержаны. Мужчин доставили в отдел полиции города Березники. Они дали признательные показания. Я напугал водителя выстрелами. Ну, с травматического пистолета, и он выбежал из кабины с КамАЗа, а на его место пересели. Все фигуранты – местные жители. Трое из них взяты под стражу. В отношении четвертого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело возбуждено по статье «Угон транспортного средства с применением насилия, опасного для жизни и здоровья». В настоящий момент следствие устанавливает все обстоятельства. За угон бензовоза мужчины могут отправиться в места заключения на 10 лет.